Почему не участвовать в этих соревнованиях? Потому что, в принципе, это, наверное, единственная лучшая тренировка. Потому что на тренировках ты не покажешь максимальный результат. Это влияет очень сильно на рост. Также такие мероприятия не помогают развивать в общем, в целом, в стране спорт. Вот, это увеличивает массовость, и также мы, грубо говоря, поддерживается общий образ жизни, здоровый образ жизни. Эмоции максимально крутые, классные. Почему? Потому что, во-первых, это ты не один, есть сообщество людей, которые тоже в этом участвуют. Вот, и я как и сказал, что ты нигде не получишь таких эмоций, как у нас на старте. Слышали о том, что в следующем году будет открыт календарь беговой любительской лиги БФЛА. Да, что слышал. Что думаете об этом? Очень круто. Это на самом деле поднимет просто на уровень спортсменов-любителей. Они начнут, как обычные спортсмены, готовиться к конкретным стартам, где будут получать какие-то баллы, очки. А в итоге, в конце года, они будут награждаться за это.